Всем привет! С вами команда медиашколы. Так как уже начался дачный сезон, мы решили снять для вас скетч типа людей на даче. Оставайся с нами, если хочешь найти здесь себя. О, лис, привет! О, привет! Садись. Слушай, так ты же вроде на дачу приехала. Чё тогда вы на эти сидишь? Ну и что, что я на дачу приехала? Все равно же интернет ловит. Можно там дела поделать. А ты-то что? Лис, ты приезжаешь? Раз в год. Обещала, кстати, мне погулять. А, точно. Ну это, ну мне мама просто сказала, нужно там дома убраться до их приезда. Ну и поможешь? Ну ладно, давай помогу с чем-нибудь, раз это может быстрее быть. Держи меня ночью, мама, я так сильно больна. Ого, кто-то уже на море, кто-то вообще в лагерь поехал, надо бы тоже кружочек записать. Блин, у меня же долгов по медиашколе куча. Ладно, сегодня я точно все сделаю. Так, что же у нас там первое по списку? Так, это сюда, так. Ну, вроде успеваю. Так, это сюда. 2 hours later. Фух, ну наконец-то. Так, что мне там еще осталось? Так. Капец, еще так много. Блин, зачем я столько взяла? Я же всю лето это делать буду. Так, петух уже проснулся. Значит, я как раз расцвело уже. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. О, боцман, ты тоже уже не спишь? Сейчас я тебя покормлю, подожди. На, кушай. Так, смородина уже должна созреть. Попробуем. Какая сладкая. Вроде все. Так, 5:40. Время как раз для завтрака. Ну вот и опять. Приехали на дачу отдыхать, а ты сидишь в своем телефоне. Вышло бы хоть воздуха подышать. О боже мой. Окей. Люд! Люда, ты дома? Ой, Наташ, да я дома. А ты что хотела? Да я тут такое узнала. Пойдем, сейчас расскажу. Ну давай рассказывай скорее, что хотел-то? Ой, Люд, ну вот помнишь там этих... Ой, аж ладошки потели. Помнишь ты этих нас... Ой, фу, наших соседей? Ну этих так... Поповых. Так вот, они, значит, оказывается, себе машину-то в кредит взяли. А я-то думала, купили. Так ведь еще ходила, Сонька хвасталась. Ой, мы это купили, ой, мы это купили. А сами-то все в кредит берут. Мама, я пошла гулять, Анис, пока. Короче, я тебе сейчас такое расскажу, пойдем. Короче, вообще, она мне такое рассказала, ты не представляешь. Короче, помнишь, я тебе говорила про медиашколу? Там такой классный фильм вышел, вообще, посмотри просто. Короче, там Макс влюбился в Валю, а Влад влюбился в Кристину, понимаешь? У них там вообще... Вау. Уже поздно, надо прощаться. Давай, мне туда надо. Мне туда. Ну что ж, давай, пока. 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 Так, бабушка сказала, чтобы я пропалола грядки.
Начну с тех. Так, начнем. Так. Это что, муравей? Фу! Боже мой! Я же их боюсь. Это что, червяк? Фу! Боже мой! Ненавижу вас! Это оса летает. Это мой страшный сон. Так, ладно. Я, наверное, лучше пойду смородину соберу или за водой схожу. Ну, точно не полотите полно этих живностей. Доча, поехали на дачу. Ну нет, мам, я лучше дома посижу. Да ты там будешь ягодки кушать, в бассейне купаться, на качелях кататься. Поехали. Ну ладно. Чё ты тут валяешься? Иди хоть что-нибудь сделай. Ну, мама! Ой, ну вот эти ваши моря, значит, ни с чем не сравнится. И загар там какой-то некрасивый. Вот деревенский загар, то, что нужно. И держится хорошо, не то, что ваш морской. Вот наш ролик и подошел к концу. А с вами была команда медиашколы. Желаем вам удачного урожая и яркого лета.